Бедно, бедный. Я зря, наверное, заглушил. А что такое? Надо было бы это... Костер? А из-за спичек? Конечно, разминать. Сколько часов он просидел-то? Мять-мять надо его. Его надо было как-то сюда направить, на лягу, на берег. А там до ляги далеко. Ну, мы протащить-то его можем здесь. Вот давайте пока вот сюда. Не-не-не. Надо это... Оттащить надо его. Давай, давай, долго шевелись. Да, слушай. Я не вижу, но ноги-то на все четыре ноги дергать им. Ладно, давай. На берег вытащили, на яхту. Ты кому звонил? Оттуда сказал. А? Михайловичу на Ивановичу позвонить, что выдернули. Ну а что? Пойдешь, так пойдешь, что? Во-во-во-во, начал помалеху ходить. Подтягивает его. А? Не жгет ему ничего, что ему обожгет, вы кого говорите? Пусть. Хорошо, пусть теплом обдает ноги. Вот, Серега, ты-то попал, ага, надо же мне такую иди историю. Сюда, стороны, иди так. Туда, но там теплее, ветер туда дует. Но быстро проходи. О, подтягивать начал. Ну его за ветром обязательно надо залить. Джип Баргузинской районной администрации. Спасение изюбря. Изюбря подвозят к Баргузинской ветстанции для того, чтобы поставить ему согревающий укол. Говори, кто такие? Глава Баргузинской районной администрации Балуев Алексей Леонидович. Всем интересно. Развернулись, уехали по полю, по Поляночному озеру. Потом пешком пришли, нашли его. Не надо. Это... Вовка. Не, разогревать надо шевелюдить. Так. Ты чего? Вот, что делаешь-то? Ё-моё, вытащи!
Очень я благодарен всем ребятам, которые приняли участие в спасении Изюбря. Это вообще великое событие, когда на помощь зверю приходят люди. Это же он попал в самую такую трудную жизненную ситуацию в своей жизни, как говорится. Волынью провалился. Люди спасли. Теперь он будет людям всегда благодарен. Ну и мы будем смотреть за ним, наблюдать его дальнейшее. Видишь, как компоновались? Саквич, давай. Иваныч, давай. Так, не расходитесь, пожалуйста. Это. Алексей Леонидович, прокомментируй, что за ажиотаж в нашей деревне. А? Что случилось там? Сейчас, подожди. Как начало все? Михаил Афанасьевич Семушев шел на рыбалку, увидел в полыне изюбря. Сообщил Козулину Александру, это Николаю Леонидовичу Молчанову. Николай Леонидович Молчанов сообщил Козулину Александру Михайловичу. Александр Михайлович мне, Александру Ивановичу Белькову, МЧСникам в результате зверя спасли из полыни, реанимировали совместно с ветеринарами. И сегодня выпустили на радость всем, пусть ходит. Чип ему на ухо вчера поставили, бирку вернее. Номер у него теперь 14-17-87. Изолентой рога обмотали. В общем, пошел Клеменный, и Исакич потом нам будет рассказывать, где он его видел и сколько он ваток насобирал. Ну я слышал. Он еще не был на Реву, но все впереди. Я слышал, он на прощание 150 накатил, салом закусил и пошел. Это не на прощание, а вчера в процессе реанимации 150 грамм водки, два куска сала соленого. 150 положено. И однако капустный листик сживал один. Ну так. Это как любой водила в зимнее время, там такой сало. Ну конечно, кто увидит, да, такого, наверное, тоже посчитает грехом. Надо было ходать ему еще народ привязать. Ну так, пожил парень, дал кое-как официально, кое-как.
пошел. Володя надо.